К другим темам. Росстат опубликовал данные по зарплатам бюджетников за 9 месяцев этого года. Судя по официальным цифрам, воспитатели во Владимирской области получают в среднем 17 тысяч рублей. Учителя – 21, а соцработники и труженики культурного фронта зарабатывают около 13 тысяч. Самая маленькая зарплата у санитарок в больницах. По официальным данным, они получают 9400 в месяц. У среднего медперсонала 17 тысяч. А вот врачи, судя по цифрам Росстата, зарабатывают у нас 30 тысяч. Их переплюнули только преподаватели вузов. Их средний доход составляет аж 34 тысячи рублей. Однако эти цифры всего лишь средняя температура по больнице. Например, на сайте обладминистрации в рубрике «Вопрос-ответ» те же медики возмущаются, почему руководители и финансисты в больницах получают иногда в десятки раз больше, чем рядовые сотрудники. Почему схема начисления зарплаты запутана до предела, а цифры в квиточках врачей очень сильно отличаются от официальных данных. Да и реальные зарплаты, которые предлагают по вакансиям службы занятости населения, намного меньше. Например, медсестрам дают от 6 до 14 тысяч рублей, врачам от 7 в области до 20 во Владимире, а воспитатели ищут на 10-15, а часто и на 5 тысяч рублей.